Иван Жилинский в отношении главного врача больницы номер один возбудили уголовное дело. По данным портала знак.ком, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области установили, что в сентябре этого года руководитель медучреждения присвоил более 20 тысяч рублей, принадлежащих больнице. Главврач был уволен сразу после возбуждения уголовного дела. Он возглавлял медучреждение около 6 лет.